Так, камеру выставила. Мотор, съемка. Ой, доброе утро, мои дорогие, доброе утро. Слушайте, а просыпаться рано, это такая прелесть. Я хочу сказать, что это особая прелесть. Ну вот как рано? Расчесать волосы. Спала с косичкой, посмотри, какая лохматущая. Барабашка. Какие-то волосёшки у меня короткие. Я собираюсь на пляж. Иринка со Светиком уже на пляже. Они сегодня в районе пляжа номер один, на моем пляже. Потому что мой пляж самый лучший. Я сейчас иду к девочкам. Время у нас 9 часов 15 минут. 9 часов 15 минут. Кофе я пить не буду, потому что я вчера пила алкоголь. Я сейчас выпью стакан кефира. И пойду, пойду. Кровать я уже заправила, зубки. Я уже почистила. Мне сейчас нужно будет намазать личико кремом. И все. И все, и все, и все. Возьму с собой солнцезащитный крем, который я купила. Так, волосики выбросила. Солнцезащитный вот этот вот. Лореаль. Заклеим. Так, крем, 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 крем. Это я вчера Иришке хотела дать масло абрикосовое, а она не взяла. Сказали, что они просто они немножко обгорели. И Света немножко обгорела, и Иришка немножко обгорела на солнце. Я нет. Ну, хотя вот солнышко не было, я немножко загорела. Увлажняю кожу. Угу. Бровки я уже привела в порядок. Так, так, так. Так, так, так. Остатки сладкие. Этот. Бархатные губки. Мне вот нравится сочетание вот такое. Беж и как бы черное. Очень нравится. А, знаете, с детства люблю бежевые лифчики. С детства. Они не всем идут, это я все понимаю. Но мне идут. Так, мне идут, мне идут. Резинку вот надо выбросить, какая-то растянутая. Обворачиваю ее, фиг знает сколько. Так, возьму с собой вот эту вот резиночку. Дамажу ее сегодня на пляже. Беру с собой резиночку. Так. Это с собой. Вот это вот. Вот на мусорку. Так, тут чубатная палочка и пакетик. Мусор можно не выносить. Посуда у меня перемыта. Посмотрите, какое все сверкающее. Осталась одна сковородка, на которой мы жарили шницели. И мы же вчера, а вот кефир, мы же вчера так ничего и не приготовили, представляете? Вообще, девочки не хотели есть, но у них такое, знаете, состояние было сумбурное после полета. Они не хотели кушать. Они тем более позавтракали. И все равно смена климата, без часовых режимов. Он говорит, мы хотим только выпить. Так, стоишь? Сейчас я такая... Тиктокерша, Кинка тиктокерша. Я надела платье. Такая, о, платье. Приду сегодня после пляжа и его брошу в стил. Так. Кайф. Моя розочка. Моя Лолочка. Подсыхает горшочек. Очень хорошо. И земелька подсыхает, слава богу. Так, лифчик. Брошу в стирку.
Здесь у меня тоже все порядком. Вот хожу. Очень хорошо. Кефирчику выпью и выхожу из дома. В 9:30 уже буду с девчонками. Я быстро пойду. Мы вчера пили вот это вот, остался, как он, коньячок. Наташа привезла из Германии. Мы поблагодарили, слушайте, так приятно пьется. Это мы вот пивка пили, я говорю, девчонки, давайте чем-то маленько изменим. Это жалко выливать, но вылью все равно, кто будет пить. Тем более из этой рюмки. Это не моя рюмка, цветик пила. Я не понимаю, почему он не высохло. Я вечером уже девочек проводила до отеля и вечером мыла посуду. Мусор-то мы вместе вынесли. Пришла домой, приняла душ, помыла посуду такая. Все, и кайф. Нужно воду очистить и убрать ее вот сюда. Ну, знаете, в следующей жизни, да, когда я стану кошкой. Не до этого мне. Чего там пишете гадости про мое платье? Потрясающее платье, потрясающее. Кстати, Светочке подарила платье. Подарила Светику платье. Тоже Василек, прекрасный Василек, я бы даже сказала, что это не любимый Василек, а прекрасный Василек. Знаете, вот вы бы жили с влажностью, со стопроцентной, посмотрим, какие бы вы вещи носили. Вам легко рассуждать. Вы сидите в этих, вам все еще отопление не отключили, потому что у вас холодно. А здесь это, вот, знаете, прекрасное вообще. Вот я обожаю это платье. Ну, чуть-чуть совсем выгорело. Совсем чуть-чуть, незначительно. Все. Все, все, все. Мои котики. И я пошла. И я пошла гулять. Я пошла к морю. Встречаемся на улице. Так. Корону, конечно же, беру. Так, телефон. Телефон. Да я ножки кремом мазала. Надо, кстати, купить. Заканчивается. Пяточки прекрасные. Мягонькие. Прекрасные. Такая я, да? Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Красотулечка. Красотулечка. 9:23. А, я сейчас возьму корм. Я сейчас возьму корм и котиком скормлю. Вот. Заляпанное зеркало, а выгляжу я очень даже неплохо, очень даже, так, все, поглядим, какая погода, облачно, айсбир открыт, работает, девочки на пляже уже. Да я более того хочу сказать, девчонки-то уже на базар сбегали.
на пятничный рынок от своего отеля, они уже сбегали. Я вообще просто в шоке. На завтрак сходили. Нет, они проснулись, говорит, мы проснулись в 5, но по их времени это 7. Что, говорит, лежать? Мы думаем, до завтрака сходим на рынок. Сходили на базар, вернулись. Я прям восхищена. Слушайте, ну, рано вставать вообще кайф. Просто кайф. Я думала, куда он едет? Не показывать, ни поворотник, ничего. Вот отсюда вывернул, туда повернул. Еще едет, так знаешь, замедляет шаг. То ли он сюда по этой дорожке поедет, то ли куда. Ушмула. Ветерок. Я даже не посмотрела, сколько градусов. Но учитывая то, что еще 10:30. Нет, ну понятное дело, что больше 20, это как бы естественно. Знаете, я хочу сказать, что не шибко-то и много, не шибко-то и жарко. Но вчера, слушайте, мы вчера отдыхали, было очень облачно. И все загорели. Светик так вообще подгорело. И у Иришки тоже ноги подгорели. Сегодня поэтому до 12. До 12. Потом кушать, отдыхать. Олеандры начали цвести. Вот розовые. Вот эти вот маленькие деревья. Ой, какая прелесть. Пакет с кормом немножко открытый. Я его положила в этот маленький пакетик от аптеки. Чтобы не высыпался. Корм высыплю котам. Наташа, когда приезжала с детьми, они много корма привозили, а этот просто не успели выкормить. А в последний вечер, ну не было кошек, но не попадались. И как раз был дождливый вечер. Я говорю, Наташа, ты сейчас насыпишь его, и он отсыреет за ночь, если будет дождь. И все, говорю. И котики не съедят. Я ей предложила оставить в отеле или там в каком-нибудь магазине, чтобы они потом покормили котов. Потому что все кормят котов. Она говорит, давай я оставлю тебе. Я говорю, давай. Я говорю, я потом высыплю им. А что-то уже высыпать не могу. Чем занимаюсь, не знаю. Вот солнышко-то выглядывает. Пора доставать короны из сумки. Я, знаете, ничего хочу сказать, что без солнышка лучше, чем с солнышком. Это точно. Да. Но купаться, конечно, приятнее, когда солнышко. Теплее выходить. Девочкам фото солнышко. Прошла мимо Мигроса, представляете, не купила воду. В маленьком магазине 10 лир. Она 2,5 стоит в Мигросе. Но мне уже возвращаться было неохота. Я первый раз такую хуйню сделала. Купила в 4 раза дороже. За 10 лир. Вот я серьезно говорю. Я первый раз в жизни такое сделала. Ну просто я подумала, что вдруг в Мигросе очередь. Я прошла мимо возвращаться. Там, наверное, 50 метров. Это лишние 10 минут. Нет, думаю. Я сейчас занесу корм кошкам, чтобы он у меня не вонял в сумке. Лежит. Туда вон я отнесу им в дом. Сняла.
Так, у них тут много еды. Ставлю здесь. Возьмут котики. Служащие. Вот там служащие смотрят за ними. Они возьмут. Море штормит. Я слышу. Я слышу море, прикиньте. Неужели штормит? Да, слышно море. Как красиво. Боже, как красиво. Как же прекрасно море. Волны громадные. Такие, да, малыши уже все в цвету. Гляньте. Гляньте, какая красота. Поливали, проехали. Испортили весь газон. Видно, мокро. Не буду наступать. Куст жасмина скоро зацветет. Будет такой аромат. Просто потрясающий. Обалденный будет аромат. Море как штормит. Ну пиздец, блядь. Ну что за... Девочкам купаться надо. Вот знаете, вот с погодой вот вообще никогда не угадаешь. Вот никогда. Может быть, до этого стоять температура 40. В день приезда температура может резко поменяться. Резко может поменяться. А! Иришка, вот. Почему не там? А? Звезда. Там такая пена грязная, посмотрите. Там такая пена. О! Там реально, посмотрите, как грязная пена. А ну, давайте попробую преувеличить. Это вот море. Море выплевывает все то, что в него сбросили. Вот такая вот у нас атмосферка. Мои хорошие. Грибочек-то выручает. Это мы лежим под грибочком. Мушмулу девочки сходили, купили. Сколько стоит мушмула? 40. 40? Не, не 40. А папайя сколько? 65, одна штука? Килограмм. Такая же толстокожа, как мы вчера рвали. Вы не могли попробовать-то? Ира же. Еще побыла. Там у бабки намного оранжевее была. Возле моего дома. Возле моего дома мы рвали. Как понять толстокожая? Толстокожая. Да? Ну вот смотри, как сок, что ты? Скажи, рада, блядь, толстая. Не жуется, я что, не знаю, какая она должна быть, что ли? Ну, Ира уже не переспоришь. Да, ее же не... Света говорит, ну, Ира уже не переспоришь. Платан, да? Они песни поют, турки-то, про платаны. Вековые, да. У меня приближение стоит на один. Я сижу под грибком. Давай. Какая тыква? Где тыква-то? Я ничего не вижу. А,
Я вот сижу. Из этих тыкв-то фонарики делают. Слины? Со всяких, да. Вот бы семечко такое, думаю. Сейчас девочки купили овощей, ходили на рынок, купили фруктов. И привезли с собой... У меня уже полный котомкин. Ёпки. Не видно? Да-да-да. Света Иринку щёкнула на рынке. У нее, говорит, полные котомки, да. Она еще через год. Ты куда успел? Я же не дремала.